Чтоб ты голодный пока померить. Сука. Вот сейчас вроде бы застегивается. Давай да я, подожди, давай ты, я сделаю. Да подожди ты, он садится. Ногу не дает это туда. Это. Где там еще пигирку надо? Давай я. Да давай, что ты? Да, тогда на. Да подожди ты, я говорю. Давай я. Петушка надо найти еще его. Да, там. Я хочу, я не... Ты что делал, я хочу. Давай. Ну давай, я вон сейчас ноги вылетят. Будешь у него. Ты тут. Давай, держи, камеру держи. Держи. Снимай. Петуха. Дай, сейчас такую ему сделаем, петуха. Давай. Надоело. Петушка достал, нет? Вот. Ну-ка. Уйди, я сам достану. Все, достал. Всё. Ну-ка, поверни его. Спускаем как он. На землю. Ну-ка. Давай. Слушай, а нормально, да? Вот сейчас-то нормально. Опять света мало. Подожди это. Надо его перевернуть, посмотреть это. Ром, перевернуть, как петушок у него на месте там вот писать, если будет он. Иди сюда, мой хороший, иди сюда ко мне, иди, мой маленький. Иди, в сын наряженки какой. Ну-ка, иди сюда. Да, все на месте. Ну-ка, сядь-ка с ним, ва, посиди. Да ну, я не ухожена такая. Сядь, я его поснимаю, я не буду тебя. Ну смотри, у него уже пикирка вылетела. Ой, какой теплый-то. Вот теперь сейчас эти я пойду кормить. Конечно, вчера он был нажравший, что у него не сходилось, а сегодня он свободный, как у него. Ну что, раздеваемся. И эти тут у нее все. Оля скажет, ой, какой хороший. Смотри, какой у него, вот какой, вот он какой красивый-то, ой. Да? Как сидит? Сидит как пентюх. Давай, все продемонстрировали, все хорошо у него, все застегивается. Только когда, походу, это не наевшись он. Да. Нет, вы его одевайте и кормите, чтобы он больше не съел. Да? О, уже начал, слышишь? Че? Бегать там. Сейчас я им дам поесть.